всем привет. Едем. Осина. Выпал снежок, зацепил волокушу. Взял с собой два чекера. Чекера называются, маленькие троса. Вот, подтаскивать. Здесь они будут лежать. Сейчас жду супругу, поедем вместе с ней вдвоем. А топор есть у меня там? Нормальный топор. Есть хороший топор. Точно нормально. Все, не надо, блин, топор. Топор есть. Топор вбивать, палочки под эту подставлять, когда затягивать будем. Есть топор, да. Есть топор. Ну все, ребята, увидимся. Увидимся по дороге. Ну. Да. Короче, ребятки. Завел трактор, подтащил сток за прошлогодний. Ну, я говорю, сегодня подморозило, минус 5, второй день морозик. И здесь вот, я не знаю, наверное, Малежик приезжал. Олег Николаев, ну не он, может быть, не знаю, короче, таскали. Таскали, видать, балку или что. Ну вот, думал, я говорю, поеду, съезжу. Но, что-то меня... Они же сбили кочки, примяли. Ну, короче, сейчас уехать-то уедешь. Назад дотащишь, но вот проблемно будет. Назад поедем. Назад поедем. А? Да что ты? Назад один плохо уехать. Колею опять прорежешь, если вытащишь. Ну, пробайся. Ну. Что, бобры валят? Да хрен знает, может, и валят. И он на эту сторону посмотрит. Ты что смотреть-то? Что, бобров? Короче, надо, чтобы тут подстыло. Короче, ну, вот это. Ты проваливаешь. Ну. Вернуться. Не, ну я думал минус 5 про этого. Я тебе говорю, в огороде под снегом мягко. Мягко, да. Ну вот так, короче, друзья там мои. Да, там, вот первый раз мы ездили, нормально. Не, ну маловато, слабовато, да. Слабо. Ну, пустой пройдешь, назад проедешь. Ну, вот, все там. Да балку таскали эту, клюшку. Или брус от сотки, или клюшку от этого. Вон тоже там бобры навалили. Ну, там вон. Ладно, вернемся. Не поедем тратить солярку. Что-то они не свалили те вон. Ну вот тот подгрызли больше. Почему? Там еще сваленные есть. Ну а вот эти крайние не хотят валить. Ну, не знаю почему. Не нравится. Сезон закончен, навигация у них. И вот отпуск ушел тут. Главный. Ну, тот с краю подрезал. Ну, главный в отпуск пошел. Вот так. За домом.
Тут его сейчас как тянет. Ну, пускай промерзает, конечно. Промерзает. Сегодня подморозит, наверное. Ну, короче. Короче, дело к ночи. Вернемся, короче, друзья. Вот так вот бывает очень часто. Соберешься куда-нибудь ехать, что-то делать. Я как подчет. Поехали, поехали. Вот. Просто в такие моменты думаешь, эх, сейчас, вот, ну вот, сейчас, ну вот, сейчас. И фиг тебе. Через час, да. Пускай застывает, подмерзает, чтобы вода была хорошая дорога. А мне еще Елена Степановна говорит, сиди дома. Вчера еще хотел ехать, Вчера еще хотел ехать, да. Сиди дома, ну вот. Но зато прокатился еще раз, протестировал колено, кстати. Как колено? Хорошо, замечательно поворачивает. Сказал, что подшипник-то поставил. Да, сделал схождение, раскрутил, подкрутил нормально. Этой рулеткой все исправно. Вот. Может, тут надо было это подогнуть, чтобы он не болтал. Оля. Уши на месте стояла. Ничего, вы цепи прицепили. Вдруг будет скользко. А что, на одно колесо только и на второе тоже? Ну там где поставить скользко. А мы в городе видели, продают прям такое штучки. Да там не скользко, там топка. Так что. У вас сен-то есть? Есть. А то вон там стога-то стоят потом. Горючее. Что так? Все, залили? Или еще? Ты где их берешь? А вот. Кони. Да. Откуда таскаешь? Ну захожу, стоят. Беру ты, и понес. Ты сам там скважину буришь? Да. Полный заливать не будем, чтобы это будет маленько баки. А потом лучше потом залить. Соляр нет. Главное кран не открыть. Как однажды был. Видишь, дед, сколько цепей нацепил? По две штуки. Ну, молодец. Не то, что мы. Но.
закрыл уже. Все, волокушу вон поставили. У него еще вон там фонари, габариты. Хороший трактор. Поехал. Не поедем сегодня за сеном. Здесь-то вот, если бы была такая дорога, там, на поле, в деревне Песок, а там черная земля. Все, дед домой поехал. Эх, хочется ему по сену ездить. Да погода не дает. Ну что, будет загонять своего динозавра? Динозавра своего будешь загонять? Я говорю, динозавра своего будешь загонять? Да, действительно. Вон колеса грязные, лопаты грязные. А что там, вода капает? Ну, а что она капает? Не капает. Ну, заезжай. Колёсики грязные. Вода там булькает. Чё, надо ванну ставить? Ой, не надо. И сливать воду. Время 3, наверное, 4. Не знаю. Ехать тоже надо эти, померить. Цепи купить. На колёса. Угу. Ну чё, прям сегодня? Чё, завтра собрался ехать уже? Да. Ну. Ездишь с утра завтра за цепями. Тебе цепи надо? Да ты ёлы-палы. Цепи, 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 на колеса цепи. Все. Все. Знаете. Вот так целый день. Делает, делает. Раз телефон. Ох, этот телефон. Не дает работать человеку, да?
А ему все пишут и пишут, пишут и пишут. Все, товарищи, не удалась у нас сегодня поездка по сено. Угу. По сено, по сено. По сено говорить надо. Да. Это вот трос. Хорош, собачка. Ну-ка, стой. Вот так. На, на. Альфа. Все. На. Ох, она как прыгает. Высоко прыгаешь. Ну-ка. Опа. Молодец. Ну. Давай. Не хочет. Здесь перемычки, там перемычки. Цепями весь обвешаюсь. И себя, и трактор. Да. Ты чего ноешь? А? Нет ничего в кармане у меня, нету. Вон курицы ходят, вон. По снегу белому ходят и ходят. Куры. Не замерзли? Все, воду сливает. Альфа, ты мне снимать не даешь. Вот. Ну иди сюда, пожалею. Хорошая. Красавица, умница, комсомолка. Ты комсомолка? Скажи, я не знаю, что такое. О. Курицы, вы не замерзли? Шарятся. Ну там же вон под крышей это, нет, они здесь лазят. Петушок. Петушок, петушок. Где упал цепь в городе?